Хей, йоги, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Грешник. Так, а где мы с вами остановились? Мы остановились на тюряхе. Да, да. А, короче, насчет святилища. Кажется, я знаю, что с ними можно сделать. Но я немного не уверен, поэтому... когда мы найдем хотя бы какой-то портал, да, ближайший портал, я воспользуюсь им, чтобы вам показать, что... Я просто удивился, что у меня два раза тпшнуло персонажа обратно. Так, а внизу у нас тоже, да, что-то, кажется, есть. Ладно. Ага, точно. Здесь у меня закрыто. Наверху закрыто, мне только по низу идти. Да, да, да. Ой, слышь? А я драться не могу, то. Стоять. Чё за бред? Игра. Управление. А чё за дерьмо? Чё, блядь? Чего, блядь? Я понял. ГГ. У меня, кажется, мышка, что ли, сломалась? Или она просто не хочет в игре участвовать? Нет, смотрите, это работает. Странно. Что за бред? А, все. Странно. Ладно. Карта. Так. Парирование мне на какую было? А, стоять. А это было на... Ясно. Дальняя атака у меня была, кажется, на R. Да. Парирование было на это. Все. Фу, мне на самом деле аж стрёмно как-то стало, потому что мышка перестала работать. Так, где там уже говорит? Я помню, это уже все хана игрюхи. Игрюхин. А мы с вами довольно очень много, если честно, наиграли. Мы с вами очень много наиграли. Вот какого черта они тут двойные враги? Вот карта не работает. Окей. Игра. А, я же забыл поставить, точно. Так, сюда. Я не помню, где что у нас, поэтому... Ладно, пускай мужик стоит. Мне бесит то, что враги двойного. Двойные враги. Какого черта? Так, вам погнали. А-а-а.
что тут у нас? Трубадур Ульнакоки. Инквизиторы теперь не могли терпеть музыку, потому что она вызывала у людей чувство эйфории. Коки решил посвятить попам несмешливую балладу и исполнял ее публично. После его казни музыка была запрещена полностью. Ох ты ж, блядь. Я понял. Но я слышу старика. Я помню, еще была локация, где старик был в клетке. Блять. Вот как это называется, боже. Так, давайте я, короче, использую... А там заперто. Фляги. Мне теперь нужно пополнить, сходить фляги. Найс. Ладно. Ну, это хотя бы быстро сделается. Почему? ГГ. Ребят, что делать? Найс. Ладно. Кэм. Выйти в главное меню. Ой, блядь. Ладно, теперь хотя бы все работает тихо. Сохранится. Да, вы понимаете, да, что у нас все идет теперь по жопе. 7 минут уже сюжета. Пиздец. Что за дебилизм? Так, ладно, нам только сюда идти. Я хочу туда наверх, потому что там сундук очень хороший. Я не понимаю, почему рели тут враги дублированы. Все дублированное было. Тут, я помню, крысы бегали дублированные. Может, это чтобы, типа, повысить получаемый урон по себе? Тогда, ну, это очень, как-то не очень так сделано. Так, здесь, я помню, я был. Только я не помню, что тут было. Звука нету. Вот опять, вот откуда она вот взялась, блядь? Еще взялись, понимаешь? Понимаете? Откуда они берутся? Клетки закрыты. Ладно, погнали в другую сторону. Найс. Класс. Класс. У меня две хилки осталось. Я все равно сейчас по мордасам получаю. А здесь у нас было капли крови. О, я видел между прутьями, как они приближаются. Я видел, как в груди его вспыхнуло пламя и обожгло его. Я видел, как в плотном воздухе снова загорелся огонь. И так опалив кожу его, он ходил с огнем, а огонь с ним.
Короче, какой-то обоз у нас. Ладно, здесь у нас хотя бы уже этот открыт. Хотя, а смысл мне идти? Если я вдруг сдохну, а стоять... Не, вот сходить надо. Потому что все равно мне тут очень близко. У меня сейчас вариант только заключается, это куда именно теперь пойти. Какую выбрать сторону. Так что я здесь могу пройти, могу по низу пойти. По низу там довольно огромная комната. Так, ну а здесь... Ну, я, в принципе, сверху открою себе проход. Видите, даже крысы дублированы. Вовремя. А, так там еще ударная волна идет. Тогда все понятно. Раз, обмазался, два, обмазался, три, обмазался. Тогда теперь все ясно. Так, хорошо, тут у нас... Я могу открыть туда попасть. Окей. Вот какого черта он так быстро... Ага. Туда я могу попасть через это. Поехали. Или нет? Или нет, сейчас попробуем. Ай, стой, нужно... Ну, я сейчас туда вернусь. Стены, стены. Сейчас сюда эти бабы полезут. Потому что я не знаю, скорее всего, здесь вот будут секретные стенки. Я посмотрел, у меня 75% выигранной игры. Интересно, что там за проход. Ну, мы можем, в принципе, это сейчас посмотреть. Главное не становиться под этот. Чтоб меня опять так не зависло, как было. Ну, но все равно прогресс сохраняется, и это хорошо. Ключи все у меня есть, которые мне нужны. Окей. Косточка, да? Так, фалунга пальца заключенного Зета. Зета Карасирус приговорился к пожизненному заключению в одиночной камере. Он постоянно что-то бормотал про голос, про голоса в голове. Может быть, один из этих голосов и толкнул его на самоубийство. Не, знаете, на самом деле, вот я вот проснулся, да, ну типа уже следующий день. Это второй день, когда я записываю эту игру. И я вам скажу одно, что теперь более-менее нету тех самых ошибок, которые я в произношении, да. Потому что тогда я пиздец как хотел спать. Было уже 2 часа ночи, а я все записываю и записываю. Плюс при этом мне нужно было вставать вот сегодня в 6. Я сейчас мог бы сейчас снова в сраку попасть и остаться там. Здесь на самом деле даже можно просто так сделать. Младенцев я всех соберу, потом нужно будет к картине сбегать.
Мне интересно, куда вот эти врата мне все приведут. Да. О, это плохо. Фирс. О, не-не, это плохая вещь. Блять, а что мне делать? Бат, бат. Бля. Банка. Банка. Ну, я бы не сказал, что он такой уж сложный на самом деле. Ладно, скорость подрублю себе. Ну, как вы видите, у него не так уж много атак. И он не такой уж сложный. Так, вот здесь, оп. Оп. На самом деле его даже можно, мне кажется, без получения... Ох. Следующая фаза пошла. Ой-ой-ой, тихо-тихо. А у меня банок нету! Херово. Ой-ой-ой-ой. Походу отлетел я, да? Сука! О, я еще жив! Уже не жив. Блин, а просто... Ах! У него осталось там миллиметр уже, там осталось на 3 удара этих, и все. Ладно. Не, жалко только... Ай, блин, я же еще все потерял. Ладно. Я в сокращение пути зато пооткрывал. А, точно, у меня этих нету. Сделаем все так. Так, я же сюда, да, правильно иду, да, правильно. Так, гигант я ж, наверное, здесь не будет, я надеюсь. Так, отлично. Ганта нету, это хорошо. Блядь! А, я как раз увидел вот эту фигню, что помнили, я говорил, что в виде крыльев ангелов. Это вон, видите, появляется теперь. Лаги вот эти, глюки. Очень специфические. Очень-очень специфические. Я ходил по воздуху. И вот это, конечно, неплохо сделали. Буду честен.
Я с вами буду честен. Блин, мужика у того мы как-то попытаемся сейчас грохнуть, на самом деле. Опасно находиться на краю. Когда знаешь, что может произойти. Так, здесь у нас шипы. Блять. Только что сам же сказал, у нас тут шипы. Сам же в них попадаю. Ладно. А, я туда даже так, да, не могу попасть. Ладно, я не знаю. Ага. Хорошо. Блин, а видите, я не успеваю сделать последнее. В смысле, ты меня не обжег? Да ты. Молодец. Ой, забыл. Хорошо. И он сейчас, блин, он вот именно он ушел. Ладно. Сука. О, все, я понял, от этого лучше текать. Бляха. Да отпусти. Ебануться. Что-то я как-то... Да. Короче, когда он разбегается... Надо его тогда уже больше не атаковать. Так что он жестко начинает метелить меня. Так, сами посмотрите, мы с вами почти ни хера не сделали за эту серию. Но уже 23 минуты прошло. Да, это жестко. Блин, а я не... Подождите, а я же где-то проход наверх открыл. Сверху открывал. Нет? Не открывал? А я, кажется, открывал. Ну, там только нужно было через решетки проходить. Ну, гоу. Ну, бля... Да, я открывал решетки, и тут что есть, подождите. Я лучше сюда пойду. Окей. Неплохо. Тогда зайду в эти. Вот эти ворота. Посмотрим, что здесь. Боль высвобождена. Боль среди нас. Окей.
Ну, а чтоб мы через ворота не выходили. А то посрать. Так, мне все равно хилку придется заюзать, походу. Ой. Ну какого черта? Я рассчитывал на одну хилку, а не на две. А, он меня еще и коснул. Пиздос. Ладно. Ладно. Готово. Ой-ой. Все. Мне... О, мне его меч дадут? Нет, мне не дали его меч. Мне открыли врата, и у меня 46к душ. В принципе, если магазина нигде не будет рядом, нам хватит с вами на прокачку этого. Блин, тогда нужно было, будет еще вниз сходить, посмотреть, что там. Тот, кого я избрал, ты Откары, был Кирс, один из покровителей твоимых. Его несправедливо обвинили в ереси и приговорили к столбу. И инквизиторы видели, как охватывало пламя тела его, когда вокруг раздавались крики свирепые и молитвы единоверцев благочисленных. Но когда все закончилось и пламя угасло, сердце чуда вновь сознало их. И перед ними восстал из пепла, так, испекший смоги Кирс обновленный, ибо жарким пламенем пылает путь чуда. Окей. Так, давайте сразу туда сначала схожу, посмотрю, что здесь. О, сейчас я вам расскажу насчет этих как раз... Статуй. Насчет этих статуй. Так, я получил ключи высоких гор. Ну и хорошо. Короче, в чем заключается все действие? Заключается оно в том, что мне нужно зайти в четки. Теперь мне нужно что-то делать. Сильную защиту от магии. Это я, короче, убираю. Бремя истинной вины я ставлю. После чего мы с вами ломаем статую. По
Появляется печать. И теперь я могу взаимодействовать с ней. О! Поняли? Это у нас арена. Арены, арены, еще раз арены. Поэтому я пока отхилюсь. Я не помню, сколько здесь. Ой-ой-ой. Ладно, нормально. Так, пока что две волны прошли. Бац-бац, хорошо, хил еще есть. Так, а сейчас я походу буду вздыхать, да? Отлично. Отлично. Пока что живем. Так, это крутящий момент. Но на самом деле этот чел не такой уж сложный. Все. Еще? Все. Secret Room. Это для... Объясню для чего. Нам нужно зачищать такие комнаты, чтобы получить истинную концовку. Сейчас, на самом деле, мы идем с вами на истинную концовку, побег с почками. Поэтому не удивляйтесь то, что я буду... Ну, то, что вы увидите у меня, иной финал, чем у других. Это все так должно быть. Блин, а хотя мне все равно сюда. Осталось только, на самом деле, выжить и дойти до сейва. После чего я сохранюсь. Мы найдем портал и тапнемся, так сказать, в другие локейшены. И я тоже там уже проведу этот ритуал. Так, и же нам еще нужно поискать некоторые предметы, которые побег, да, или что там. Что у меня есть вообще? Черный чеснок, нужно вернуть две эти, улучшить, чтобы был плюс хил. Дать могильщику куски мяса. Плюс я ключ получил. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.